глазишек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках, и ребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Добрый вечер, дорогие друзья! Очень приятно видеть практически полный зал. Это значит, что здесь собрались наши друзья. Это значит, здесь в зале присутствуют люди, которые неравнодушны к музыке тех лет, когда только-только мы начали существовать. Это значит, что вы любите песни, танцы и все то, что относится к тому периоду. Сегодня у нас два юбилея. Сегодня празднуют 10 лет со дня образования танцевального ансамбля «Ретро» под руководством Екатерины Кузнецовой и 15 лет хору «Соловейка» под руководством Аллы Федотовой. Ну что, дорогие друзья, я вижу, что в основном здесь сидят люди нашего возраста. А это значит, что вы помните те милые годы, когда по субботам и воскресеньям мы спешили на танцплощадки, в парки, в клубы, и танцевали там практически до упаду, во всяком случае, поскольку позволяли нам наши молодые силы. Танцевали сначала под пластинки, под магнитофоны, танцевали под живую музыку, которую исполняли ребята нашего же двора. И было настолько весело. Там мы дружили, там мы встречались, там мы расставались, там мы страдали, ревновали, там было все. Там в основном образовывались семьи, которые до сих пор, возможно, живут и помнят те хорошие годы, те наши добрые молодые годы, когда это все было. Клетку Еньку мы танцевали, держась за впереди стоящего танцора. Чарльстон мы танцевали под пьеху. Ну, кое-как мы тогда справлялись, примитивненько, но рок-н-ролл тоже был в нашем репертуаре. А в 63-м стал популярен твист, а потом шейк. Долго не буду говорить, потому что начнем мы нашу вечеринку никогда не стареющей кадрилью. Все, что